Доброе утро, дорогие друзья! Как сказал кто-то из классиков, утро слишком прекрасно, чтобы длиться долго. К сожалению, продлить утро мы не можем, а вот сделать его прекрасней постараемся. В эфире «Утренняя почта» и я, ее ведущий, Николай Басков. О, сколько нам открытий чудных готовит этот ноутбук! Первым сегодня мы открываем письмо Игоря Банникова из Копейска. Уважаемый Николай, сегодня у моей любимой тещи юбилей. Каждый год я желаю ей счастья и здоровья. И каждый год она говорит, что я делаю это неискренне. Пожалуйста, поставьте для тещи какую-нибудь поздравительную песню. Если она мне не верит, может, поверит песне? Игорь, думаю, все должно получиться. Ведь песню споет не кто-нибудь, а сама Елена Ваенга. В правдивости ее слов не усомнится никто. Елена Ваенга, желаю! Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем об этом говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтобы до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Солнце ярко светит, и то, что они делают, невозможно повторить. Можно только пересмотреть. Удивительные люди. Лучшие. Думаю, это просто невероятно. В пятницу в 21:30 только на канале «Россия». Всегда испытываю радость, когда моя работа приносит кому-то пользу. Как, например, в случае с Константином Масловым из Кирова. Николай, у нас в доме поселился очень шумный сосед. Недавно он так громко слушал музыку, что я уже решил идти ругаться. Но тут заиграла одна из ваших песен. И пока я поднимался к нему, совсем расхотелось ссориться. Мы спокойно поговорили, сосед оказался понимающим человеком. Благодаря вашему творчеству у нас все решилось по-хорошему. Теперь он музыку слушает строго по расписанию. Константин, вы большой молодец. Вы смогли совладать со своими негативными эмоциями. Мы с Ларисой Долиной советуем вообще все вопросы решать по-хорошему. Именно об этом наша песня. Снова в безбрежности медленно тонем. Искорки нежности грея в ладонях. Но почему же преследуют снова тени
минувшего, тени былого, пристально в спину глядят, не разлучить нас хотят. Прошу, давай по-хорошему, не опускай меня в прошлое, запутай эти следы, там, где со мной не ты. Пути у нас очень сложные, прошу, давай по-хорошему, во имя нашей любви, не пускай, храни, давай по-хорошему. Руку возьми мою и забери ты душу усталую из лабиринта, если любовь развеять готова, тени минувшего, тени былого. Если мне глядя в глаза, так же захочешь сказать. Прошу, давай по-хорошему, не опускай меня в прошлое, запутай эти следы, там, где со мной не ты. Пути у нас очень сложные, прошу, давай по-хорошему, во имя нашей любви, не пускай, храни, давай по-хорошему. Прошу, давай по-хорошему, не отпускай меня в прошлое, запутай эти следы, там, где со мною не ты. Пути у нас очень сложные, прошу, давай по-хорошему, во имя нашей любви, не отпускай, храни, давай по-хорошему. Иннокентий, ты в курсе, что попугай самая умная птица? В курсе. Проверим? Давай. Посчитай, сколько будет 50 умножить на 45? Посчитал. И сколько будет? Орешек. Держи, вымогатель. Ну, и какой же ответ? Смотри. Где? Калькулятор. Да, ты и правда самая умная птица. Какой смысл напрягаться, если есть калькулятор? Голова. Слышь, голова, а письмо поможешь прочитать? Или мне тоже надо посмотреть в калькуляторе? Помогу. Тогда слушай. Геннадий Ерютин из Магнитогорска пишет. Уважаемый Николай, я хотел сделать жене сюрприз и купил ей платье. Оно казалось на размер больше. В общем, попал в щекотливое положение. Поставьте какой-нибудь смешной номер для моей супруги, чтобы хоть немного сгладить впечатление от моего неудачного сюрприза. Удачного. Правильно, Кеша. Я тоже считаю, что сюрприз получился. Если женщине подарить что-то на размер меньше, она расстроится и начнет сразу худеть. И поверьте, вам тоже придется за компанию это делать. Так что с вашим сюрпризом все хорошо. Лучше улыбнитесь вместе с женой. Улыбнулись? А сейчас можно и посмеяться. Люди, которые удивили мир, вспоминаем самых удивительных. Мы видели здесь балансировку с живым человеком. Это было невероятно сложно. Ну, я бы тоже доверилась. Можно доверять брату. Удивительные люди. Лучшие. В пятницу в 21:30 только на канале «Россия».Иногда мне кажется, что он потерял ключи от своей квартиры. Иначе как объяснить, почему он так часто к нам приходит? Вот и сейчас.
традиционно легок на помине Николай Басков. Здравствуйте, мои взаимоненаглядные зрители. А почему взаимо? Потому что я не могу наглядеться на них, а они на меня. Правда, друзья мои? А ты не думал, что мог им уже надоесть? Давай рассуждать логически. Вот скажи, разве может надоесть хорошее настроение? Конечно, нет. А хорошая музыка? Никогда. А юмор, улыбки, позитив? Спасибо, Николай. Как много хорошего ты только что сказал про нашу программу. Вообще-то я говорил про себя. А передача, конечно, тоже хорошая. Особенно, когда ты читаешь письма взаимоненаглядных зрителей. Попрошу без иронии. Пишет нам учитель географии из Саратова Валентина Ивановна Усова. Уважаемый Николай, всегда с удовольствием просматриваю вашу передачу. Чего не скажешь об итоговых контрольных моих учеников. На простой вопрос, что на 70% покрывает нашу планету, они отвечают такое: пожалуйста, включите в вашу программу песню о воде, чтобы они за время каникул хотя бы это запомнили. Дорогая Валентина Ивановна, терпение вам. Срочно отправляем вам на помощь главную русалку нашей эстрады Полину Гагарину. Вечер под дождем остынет, и насквозь промокнет платье. Пусть воспоминания ливнем расплывутся на асфальте. Смоет улицы сегодня, чтобы завтра все бесследно улетело с ветром летним. Больше я тебе не верю. На моей коже вода, слова его тоже вода. Боже, зачем ты мне и Богом, если все это не навсегда? На моей коже вода, слова его тоже вода. Боже, зачем ты мне и Богом, если все это не навсегда? Рассвета, обратной дороги нет. Если любовь вода, то пусть не оставит след. Молча глаза в глаза, с неба уже не льет. Пути больше нет назад, время меня поймет. На моей коже вода, слова его тоже вода. Боже, зачем ты мне? Ты не смотри назад. Его слова вода, о боже, ну зачем его мне дал? И с этой высоты не смотри, ты не смотри назад. На моей коже вода, слова его тоже вода. Боже, зачем ты мне его дал? Если все это не навсегда. На моей коже вода, слова его тоже вода. А в этом письме волнующая романтика начала новых отношений. О ней пишет Любовь С. из Алушты. «Дорогой Николай, мне очень нравится мой новый сосед. Сегодня утром я оставила под его дверью букет красных цветов, но забыла вложить записку. Я знаю, что он любит вашу передачу. Пожалуйста, намекните ему музыкально, от кого цветы». Дорогой сосед Любы С., наверняка вы мучаетесь вопросом, кто же подарил цветы.
Вам подскажут Зиверт и Дима Билан. Это была любовь. Любовь. Белый город во сне, он остался со мной. Он укрыт в тишине, равнодушной зимой. Холодней пустоты, без тебя, душа моя. Этот мир, как и ты, стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Ведь это была любовь. Была любовь. Белый город застыл между ночью и днем. Он тебя отпустил и стало в сердце моем. Холоднее пустоты, без тебя, душа моя. Этот город, как ты, стал чужим для меня. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Ведь это была любовь. Мне большего не надо. Хотя бы знать, что у тебя все хорошо. Мне досадно, что сгорело не поджечь. Но мы все равно не можем не смотреть. Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это была любовь. Ведь это была люди, которые удивили мир. Вспоминаем самых удивительных. Я так переживала, вы не поверите. Я под сильнейшим впечатлением. Я вскрикнул в конце. Передо мной был идеальный человек, уже объединенный с машиной. Удивительные люди. Лучшие. В пятницу в 21:30 только на канале «Россия». Друзья, наша служба хорошего настроения завершает свою работу. Но ровно через неделю мы продолжим поднимать ваше настроение на новую высоту. Я, как всегда, остаюсь на посту ваших просьб и поздравлений. А вот и традиционные стихи. Сегодня от Алены Прошиной из Златоуста. Спасибо, Николай, за все. Вас смотрим день и ночь. В честь вас мы сына назовем, а если что... и дочь. Спасибо и вам, Алена, особенно за прекрасное чувство юмора. С вами был, есть и будет исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю вас. Отвечать любовью, не любя, это сладко.